забивает и на это Амес. Ох, какой хороший навес, удар и 2-0. Чичарит. Ох, как все легко и безупречно делает. Нападающий. Чего ж тут терять-то? Заброс в штрафную. Красиво. Хамес. Удар 4-0. Должен был забить и Колумб. Медран. Такое наследие Суареса ждет Реала. Потом и сам Суарес. 22 числа в среду. Ливерпуль Реал и 26 Реал Барселона. Иско хочет забить и забивает. Ему сегодня еще не довелось отличиться. 5-0. Реал выигрывает сквозь. Тем более, что их обоих уже и заменили. Побежали забивать очередной мяч. Реал до 90 минуты проигрывал. 1-2. Ну и вообще, я напомню, что Леванте в том сезоне сумел сыграть 16 матчей на 0. Нужно пройти Лигу чемпионов и испытание дерби. В субботу я вас обманул. Потеря в центре поля. Можно попытаться забить все-таки свой Бао Сельта и затем Барселона Эйбар. Думаю, будет интересно. Ну, а этот матч, по сути, мы с вами уже оставляем в истории. Ну, может быть, Реал 6 забьет. Вот пас в центр. Нет, Чичарито не дотянулся. Всего 2 минуты. Да, печально. Ситуация у Леванте, ну а Реал забил уже 25-30 голов, из которых 15 на счету Криштиану Роналду. Феноменальность.